Подобного плана мероприятия я видел все. Амира Нуриева сложно удивить. Не верят в Деда Мороза и чудеса, а развлечения предпочитают спорт. Но сегодня Амир поверил в сказку и даже стал ее участником. Вживаемся в эту историю. У него там характер. Он прямо весь сидит уже в этой истории в новогодней. Погрузились сегодня в сказку и ребята из детских домов, интернатов, коррекционных школ, реабилитационных центров. Они – главные зрители благотворительного гала-концерта «От сердца к сердцу». Фокусник, ростовые куклы, жонглеры, а еще песни и танцы. Здесь предновогодние настроения детям дарят как профессиональные актеры, так и любители. Счастливые глаза и смех – вот главная награда артистов. Просто подарить какое-то тепло, там, счастье, доброту, кусочек творчества его. Ну, то есть мы это можем сделать через творчество. Я испытываю радость за то, что я могу подарить радости другим. Благотворительность – это какая-то помощь, неважно, это материальная помощь или моральная. Проект «От сердца к сердцу» начался год назад. За это время артисты провели десятки концертов во всех уголках республики. Абсолютно бесплатный проект. Никто за это ни одной копейки денег не получает. Это действительно абсолютная тема добровольчества и волонтерства. И какой же праздник без подарков? Сегодня каждый маленький зритель получил вот такой замечательный набор. Здесь, кроме традиционных сладостей, вот такие подделки. Их своими руками специально сделали участники творческих коллективов. Алина Бережная, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.